«Закурили трубку мир, табак отличный». Именно с этой фразы 68 лет назад все и началось. Теперь на месте палаточного городка девятиэтажки, детские сады и школы, заасфальтированная дорога. На этой неделе Мирный отмечает день рождения. Давайте спросим у горожан, что они пожелают родному городу. Что бы вы пожелали городу на его день рождения? Крутого празднования, чтобы все веселились. Дальнейшего процветания. Сейчас город Мирный растет как в экономическом плане, так и в социальном плане. Поэтому будем ждать и надеяться на самый лучший результат. Счастье и добро. Хочется, конечно, всех наших алмазодобытчиков поздравить с праздником, днем города. Всем пожелать прежде всего здоровья. И пусть трудятся на благо города. Ну, Мирный каждым годом все краше и краше становится. Мне очень нравится, вот как устроили парк. Счастья, здоровья. Любви, процветания. Мы тоже поздравляем Мирный и его жителей. Желаем благополучия и процветания.